Отправлять Броверовой сверху надавливаю на кондитерский мешок и обвожу свою конфетку. Создаем контур. Обвели. Конфета готова. В смысле? Что тебе не нравится? Это последний кит сезона, диетическая конфета. Вам должно было понравиться. Нет? Я не на диете. Ладно. Тогда раскрасим нашу конфетку еще. Кто помнит главные правила раскраски? Я понимаю, что ребята взрослые, но... Молодец, не выходить за контур и... Что, палочкой? Палочкой распределять все. Нет, палочку надо присоединить, да, чтобы... Да. Смотрите, не оставлять пробелов. Заполняем нашу конфетку так, чтобы у нас не было никаких пробелов и не выходить за контур. А можно еще? Что? На одном листике можно все что угодно делать. Кто у нас художники? Поднимите руку. Смотрите, можно использовать палочку. Даю, открываю секреты. Можно взять палочку и смешать все виды шоколада, сделать какой-нибудь узор красивый. Все, что захотите. Но изначально у нас задача проще. Конфетка наша будет на палочке, чтобы удобнее было ее съесть потом. Как мы ее вставляем в конфетку? Берем и прямо сверху кладем палочку в шоколад. И немножко палочку раскручиваем, чтобы вся палочка у нас была в шоколаде. Освободился. Смотрите. Ребята, еще раз повторяю, если кто не внимательный был, смотрите, носик. Что же это такие есть? Вот так, оп, и аккуратненько убираем. Одной ручкой придержим носик, другой брюшком. Зубы! Какой шоколад тебе подать? А, понятно. И носик к вам последний. Моя попытка сделать идеальный шоколадом. Вставляем палочку и только потом лучше начинаете крошать вазельками. Почему? Потом